Flame, flame, I smell flame upon you. All I want is a little flame. All I want is a little flame. Доброго времени суток, зритель, и добро пожаловать на канал, где пироманка Диафлейм готова к дальнейшим приключениям, и будем надеяться, ты, зритель, тоже готов. Как видишь, фэшн снова изменился, а пироманка решила приодеть на себя все, что имеет в своем составе красный цвет. Это юбка песчаной волшебницы, броня сокольника, капюшон песчаной волшебницы, который, безусловно, слабее, чем капюшон, который мы использовали в прошлой серии. Он тоже немножко улучшает показатели персонажа, добавляет 3 единицы к интеллекту, но не увеличивает скорость каста, поэтому сейчас у нас скорость каста всего лишь 200, что в целом, как нам кажется, с пироманкой все-таки достаточно неплохо. И щит, в этот раз взяли щит с цветком, который восстанавливает немного выносливости, и хоть статов на его использование полноценное не хватает, бонус на восстановление выносливости идет, и это уже достаточно хорошо. Итак, чем мы займемся сейчас? Ну, во-первых, для разминки я пробегусь и притащу сюда старика-колдуна, которого мы забыли в безлюдной пристани, и не будем там ни на что отвлекаться, просто пробежка до старика. Достаточно простая пробежка, я надеюсь. И на этом все. Одето ли у меня кольцо милосердия? Да, ты видишь, зритель, появилось немножко душ. Чего я пытался сделать? Да, увеличивал немножко снаряжение, потому что за кадром гонял на арену. И в прошлой серии я говорил, что такой видоизмененный билд достаточно ограниченный, соответственно, в PvP будет тяжело. После нескольких часов на арене, я не опустил мостик, и значит, этот забег... Куда я пришел? Одним ударом сразу двоих. Да, короткий забег немножко удлиняется. Нужно поставить Эстус. Ну хорошо, пробежимся. В конце концов, мы здесь бегали уже преизрядно. Что нам? Какие-то ползающие полы. Быстро убежим до старичка. И кольцо кошки я не одел. Ну да ладно. И запрыгнул не туда, куда надо было. Что я творю? Да, разогрев получится на славу, я так чувствую. Сейчас всех пособираем. И с целым полчищем врагов будем носиться. И вперед, и назад, и везде перекрыли. Да что ж вы делаете, ироды? Отпустите меня. А все равно вырвусь. И все. И приехали. И теперь выхода нет. Да и ладно. Здорово пробежались. Хорошо. Почему, интересно, я не опустил мостик в прошлый раз? А потому что в этом прохождении я, в принципе, не ходил к старичку, по-моему, да? И просто бежал сразу до босса. Ну ладно. Повторяем. Крутой спидран. Да, и я тут вообще же ничего не собирал. Никакие секретки. Ароматный вид белого-то я хоть взял здесь? Нет? Я не помню. Собаки бегают.
И что, если там все закрыто, значит мне надо уходить дальше. Поймал? Да отстань ты от меня, пожалуйста. Привет, варганянец. Дадут выпить Эстуса чуть-чуть. А тут сразу два же будет их. Хорошо. Идем дальше. И заодно, раз мы здесь оказались... Да нет, не будем заходить к этим ребятам. Зачем они нам нужны? Вниз, к теням. А здесь секретку я открывал. Это не то место. Я еще и заблудился вдобавок. Так, вторая тень. Давайте, давайте. Где вторая тень? А, она здесь. И что-то уронила. Поножи тени. Великолепно. Угу. Да, вот здесь секретку-то я открывал. Да ладно вам. Не открывал. Ароматная ветвь былого. Отлично. Ну и хорошо, что сюда зашли. Осколки титанита. И значит, здесь вторая секретка еще есть с кольцом солдата. Но, наверное, не буду я сейчас к ней прорываться. Не хочу тратить на это время. Тем более, что у нас персонаж и так не бывает загружен. В крайнем случае, вместо кольца солдата можно всегда пойти и... Зачем они эти ножи? Ну, огненная бабочка, ладно, пригодится. Да, можно всегда пойти и взять кольцо дракона, которое будет лучше, чем Гавлану. Да, Гавлану стоит сходить. Ладно, раз уж идем к Гавлану, то и секретку заберем. Хорошо. Гавлану стоит сходить, потому что потом он будет продавать всякие интересные штуки. Штуки от ядов, штуки для ядов. И когда-нибудь это может пригодиться. Тем более, что находимся в двух шагах от него. Почему бы не потратить время? Разминаемся, так разминаемся. Хотя серия, конечно, и затягивается. Но я надеюсь, что в этой серии будет столько всего. Это здесь не Гавлан. Это здесь не Гавлан. Я опять заблудился. Месть. А нет, Гавлан здесь. Все правильно. Давно не бегал по безлюдной пристани. А душ у меня все равно нет. Продать ему что-нибудь ненужное. Но ненужного у меня тоже нет. И все на этом. Давай, Гавлан, двигай дальше. Ядовитый бассейн, я там к тебе позже приду, побеседуем еще. Что уронишь? Палаш. Угу. Хорошо. Еще один. Ничего не роняет. Ну и ладно. Здесь, по-моему, нет ничего.
что-то уронил в органианец. Доспех. А, ну и хорошо. Все. А, наконец-то добежали до старикана. Привет. Эй, что-то он мне подарил? И еще поговорим. А, схожу-ка я разберусь с этим парнем. Который просто замучил уже, стреляя. Все. А, теперь можно вернуться поговорить с дедом. Дед болтливый оказался. Да, его зациклило, что он будет продавать полезного для нас. Он будет продавать янтарную траву. Ну, в первую очередь, именно это нужно для пироманта. И что-то он мне подарил. По-моему, не здесь. И не здесь. И не здесь, судя по всему. Но что-то же подарил, а я отвлекся на стреляющих в меня парней и совершенно этого не рассмотрел. Кольца? Да вряд ли он дарил кольцо. Заклинание какое-нибудь? Нет, не похоже. Ну и бог с ним, с этим парнем. Что бы это ни было. Потом разберемся. Окей, здесь закончили. Возвращаемся к костру и бежим в Маджулу проверить, перебрался ли он туда, как мы рассчитывали. Отлично, старикан на своем месте. И что мы будем делать дальше? Дальше мы отправляемся. А сбегаем-ка к дракону. А опять же, локацию эту зачищать не будем. Локация крайне интересная, безусловно. Огромное количество ящерок. Огромное количество схваток с различными драконами. Вот лестница эта, я не помню, куда она ведет. Поэтому слазим, поглядим. Красота. И можно прокатиться на... А я не помню, нужно ли катиться? Мне кажется, нет. Не стоит этого делать. Побежим. Только в какую сторону бежать? По-моему, через мостик. И побежали. А, нет, отсюда мы пришли. Да. Бежим в другую сторону. И так как, несмотря на то, что здесь все крайне интересное, не будем здесь сильно задерживаться, попробуем пробежать сразу до дракона и пообщаться с ним. И первая замечательная новость. Статуя. Ладно, будем использовать ароматную ветвь былого. Значит ли это, что можно было обойти там? Значит ли это, что там можно было обойти?
Уголь вражды. Великолепно. Ну, ладно. Чуть-чуть пособираем. Вот здесь что-то еще лежало. Нет, просто яйца и выход дальше, да? Хорошо. Зараза. И фехтовальщица Шерон. А, защита у меня достаточно неплохая от его взрывов. Он почти не нанес урон. Замечательно. Ну, давай, Шерон. С тобой мы обязательно встретимся. Хотя у меня и набор заклинаний не такой, чтобы вот сражаться с фантомами. Но для чего устойчивая мадам? И я зря ее там продирал своими шарами, потому что она... Хорошо. Фехтовальщицы разобрались, слили львиную долю своих пиромантий и получили человеческую фигурку. Я, честно говоря, очень хотел, чтобы выпала ее шапка, которая тоже могла бы очень неплохо разбавить наш фэшн. Но слили все шары, слили все запретные солнца на эту фехтовальщицу, поэтому абсолютно точно задерживаться здесь больше не резон. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вот это новость! А они же, ребята, многоразовые, да? Школьник приносит новые сюрпризы. Отвяньте, парни. Они мне кольца ломают. Все кольца сломали и сломали всю броню. У меня душ нет на их починку. Замечательно. Очень хорошо. Будем бегать в сломанном. А какие еще веселые сюрпризы тут будут? Еще эти парни. Ладно, они сюда пройти не могут. А наша задача сейчас, чтобы сэкономить время, перепрыгнуть сюда же, да? По-моему, сюда. Побежали. Отлично, перепрыгнул. Хорошо. Без колец, без брони, без душ. Отлично прорвался к дракону. Капюшон какой стал. Поистертый. Ну, слава богу, кольцо милосердия не пострадало. Угу.
Ну, раз так, бежим налегке. И опять не туда пришел. Отлично. Вот и не знаю теперь, а вырезает ли, может быть, это всю беготню? И еще одна попытка совершить чудо-прыжок. Недолет. Мне однажды рассказывали, что для того, чтобы персонаж хорошо прыгал, нужно разбегаться более 4 шагов и нужно поменять управление. То есть делать прыжок не на клавишу B, как у меня стоит всегда, а на стик. И тогда вроде как персонаж прыгает лучше. А с самого начала мне показалось это немного странным, ну, потому что как бы нелогично делать в игре такой момент, что длина прыжка зависит от избранного метода управления игрой. Но, а как бы то ни было, такое как бы есть в игре, следовательно, попробуем именно таким образом. Эти ребята на нас не реагируют. Темная смола, ну хоть какая-то польза от них. Хорошо. Настройки игры. Управление прыжком. Очень не люблю такой вариант. Но кто взорвался наверху? Хорошо, побежали. Глупости, все равно не допрыгнул. Хорошо. Как мы можем обойти это препятствие? Ну, не хочется же бегать по локации. И самое главное, если препятствие есть, с ним нужно бороться. Ну и в первую очередь, оказавшись в Маджуле, мы... платье тоже сломали. Отлично. Просто превосходно. Возвращаем тебе человечность. И где бы душ взять? На починку колец. Ладно, чинить кольца будем потом, когда пройдем это место, а то сейчас опять поломают, чего доброго. Идем к костру, составляем, нет, сжигаем. О, во-первых, есть костяной прах. Очень хорошо. И следующее, что мы будем сжечь, это уголь вражды. Может быть, даже и присесть к костру снова надо. Я не уверен, но на всякий случай. Итак, Маджула была улучшена, а следовательно, у нас сейчас появится замечательная возможность прикупить новое барахло. И, кстати, можно будет сходить в домик и там еще пограбить. Привет. Да. Парень начал продавать юбку лунной бабочки и крылья лунной бабочки, но для этого всего нужно аж
25 тысяч душ, и их надо где-то срочно раздобыть. Поэтому планы немножко меняются, забег дракону оставляем на потом. А пока куда мы пойдем, где мы можем заполучить сразу столько душ? Ну, для начала немножко починимся все-таки, раз так получилось. Хватит ли этого всего? Души боссов тратить не хочу. У меня остались в основном души таких боссов, которые, ну, как бы пригодятся. И не хватает душ даже на починку одного кольца. Хорошо, зритель, ставлю на паузу, бегу фармиться. Ничего не поделаешь. Итак, зритель, мы снова в Маджуле. В наличии 9500 душ. Привет, давай теперь уже чиниться. И кольца для начала. И остается 3000 душ лишних. А. Чуть-чуть переборщили, самую малость. Ну, ладно, раз уж так сложилось, купим пару веточек у старика, которого мы, ну, не зря же сюда тащили. Привет, старикан. И мы можем снова вернуть на место свой сет. А почему бы и не доспех Альвы? Он тоже красный, следовательно, вполне логично, может неплохо подойти для пироматки. Придется возвращать на место старые заклинания. И раз уж мы ушли с того места, то отправляемся в... Куда мы отправимся? Склеп нежити, ко второму костру. Срез я там не открыл, поэтому снова придется пробежать и, может быть, открыть его в этот раз, если бы я еще помнил, где именно его нужно открывать. Да, отлично, щитом можно ломать камешки. И убегаем. Здравствуйте, господа двери. Давайте, начинайте. Да ладно вам. А, как-то вы странно махнули своими дверьми. И я снова не помню, куда здесь бежать. А куда? Да, правильный путь выбран. Отлично. Срез есть. И теперь нужно проскочить всю в местную братью.
Зазвонил. Полый. Ах, как они меня достали. Ёлки-палки. Не добегу же. Ведь не добегу. Все, свет. А в прошлый раз вот не глядя проходил это место. Хорошо. И мы приступаем к битве с королем Вендриком. В прошлый раз пожалели его, но... Да. Но все-таки он совершенно безумный, и может быть это будет скорее милостью отпустить его наконец на свободу. Измучился парень. А нам души нужны для того, чтобы прыгать там успешнее. Понимаешь, Вендрик? Ты не обижайся, пожалуйста. Да. И пока он там слоняется... Либо его не зацепило, либо он просто пока не рассердился. Да что ж такое-то? Вендрик! Ты будешь со мной сражаться, в конце концов? А что происходит? А почему он не хочет? Черт возьми. Я пробегусь, пособираю каких-нибудь простых мобов. Ну и пока поставлю на паузу, так как это на самом деле, мне кажется, совершенно неинтересно. До скорой встречи, зрители. Итак, 25 тысяч душ нафармлено. И можем купить... крылья лунной бабочки и юбку лунной бабочки. Остальное совершенно не нужно, потому что именно эти два предмета... ...позволяют прыгать на более дальнюю дистанцию. Ну-ка, с камня... Надеяться, этого будет достаточно для того, чтобы перемахнуть там через... через ту пропасть. Но не стоит забывать, что и крылья, и штаны отравляют находящихся вблизи персонажей. Ну вот и все. И... поехали. Сюда. И... А вот у меня мысль появилась. А в том ли месте я вообще перепрыгнуть пытаюсь? Может быть, я просто в неправильном месте? Да нет. Вроде бы все абсолютно правильно. Ладно, прыгаем. Юху! Великолепно. Что я делаю не так?
Получилось! Зритель, ты это видел? Он такой хлоп и все. И оказывается, не так уж и сложно. И действительно, этот прыжок делался на левом стике без клавиши B. Но, по сути, что это для нас означает? Это для нас означает, что сейчас мы с ограниченными пиромантиями и со всем остальным, ай, ладно, пускай что голые, должны еще в парадном одеянии бабочки, забыл добавить я, наручи леди выбили, пока фармили там души, которые совершенно, как выяснилось, не пригодились. По-моему, поножи леди же были. Поножи тени есть, великолепно. А поножи леди не выбили, да, получается? Да, ну и ладно. Вот в таком виде парадно войдем в замок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все качается. Хорошо, что крылья одели. Свалимся еще, не дай бог. Давай-давай-давай-давай, Диафлейм. Беги-беги. И осталось вспомнить, где здесь костер припрятан. Фух. Добрались. Это ты пугаешь тут? Голова. Не такой уж и безумный, знаешь ли, после первого дарка. Да, хочу. Итак, голова призналась, что она Алдия. И все еще непонятно, почему мы не смогли сразиться с королем. Но, может быть, ответ на этот вопрос даст нам дракон. Бежим к нему. Честно говоря, я не помню раньше, когда я проходил игру. Единственный раз, когда я с королем сражался, на каком этапе это происходило. Может быть, я чего-то просто не знаю. И действительно, нужно сначала там, с драконом пообщаться, еще что-то сделать в игре, прежде чем битва с королем станет доступной. Но, как бы то ни было, это очень странно. Такой вот полностью неуязвимый персонаж. Окей, бежим дальше. А, мы роллы не можем совершать в этом недоразумении, поэтому снимаем его. И напяливаем. А вот как начали, так и продолжим. И сразу кольца теперь уже. Ред Квин, здравствуй. А я тут без пиромантии и как бы. Ну, здравствуй. Не-не-не-не-не, слушай, я тут пиромантии не взял. Погоди, сейчас. Чё, прям будет ждать? Нет, не будет. Да дай же время немножко, да, как его помахал же, дай подготовиться. Ну ладно. В таком узком месте у быстрого мечника, конечно же, было стопроцентное подавляющее преимущество, хотя, может быть, надо было что-нибудь вроде шторма хаоса долбануть или перейти просто на поджигание. Окей,
ничего страшного не случилось. Зато теперь пиромантии наконец-то наберем. Вот буквально 2 минутами позже бы это вторжение было бы гораздо интереснее. Убираем это. И что я хочу взять? Что у меня там было? Вот таким образом. Хорошо. Теперь бежим. И с драконами сражаться тоже, я думаю, не станем. Постараемся просто проскочить это место. А они кланяются. Какие вежливые. Эх, а куда бежать-то? Я не помню. Если бы драконы были такими вежливыми же и настоящие, в смысле, игроки, которых вызываешь по оку, это было бы как минимум очень здорово. Но, увы, они совсем не такие. Успею зайти? Ну и вам здрасте. А я, кстати, по приглашению дракона. Знаете ли? Как мало урона наносит ему запретное солнце. Гляди-ка, зритель. Хорошо, с драконом побеседовали и идем дальше. Привет. Можно я пройду? Спасибо. Привет. Можно я пройду? Спасибо. И я просто не знаю, что сказать. Древний дракон. Один из тех драконов, которые еще жили в эпоху до событий, показанных в первом Дарке. И это самый настоящий дракон, не какая-то там виверна недоделанная. Посмотри, зритель. А большинство игроков сражаются с ним, но... Как, черт возьми, можно сражаться с такой красотой? Тем более, что настоящий пиромант, ну, может быть, не тот, который из болот, а вот пиромант по духу, или пироман, правильнее сказать, в теме нашего прохождения, это тот, кто благовеет перед всем, что связано с огнем. А что может быть связано с огнем сильнее, чем древний дракон? Ну и где тут с ним поговорить-то можно было?
И мы получаем сердце пепельного дракона. А, обрати внимание, зритель, как разговаривал этот дракон. Иначе как телепатически с нами общался. Какой-то странный звук произносился, но все равно мы могли понимать его слова. Это очень, очень, на мой взгляд, замечательно. Сражаться с ним... Нет, сражаться с ним я не буду. Остается только отправиться в Маджулу и решить, что делать дальше. Итак, мы снова в Маджуле, и я вспомнил наконец-то, что произошло. Для битвы с Вендриком нужно иметь 3 души гигантов. И у меня, по-моему, нету ни одной в наличии на текущий момент. Совершенно верно. Нету ни одной души. Следовательно, первое, чем мы должны заняться, это получением, собственно, душ гигантов. Серия протекает вообще очень замечательно. Наделали всевозможные ляпы. Во-первых, не смогли перепрыгнуть, решили купить сет лунной бабочки, чтобы воспользоваться им. Потом не смогли сразиться с Вендриком, забыв, что для этого требуются души гигантов. Поэтому пошли нафармили на мобах необходимое количество душ, купили сет. И с помощью сета не перепрыгнули, а перепрыгнули все-таки без него. Это было все замечательно. После этого нас подловил красный фантом в тот момент, когда не было пиромантии, когда мы были совершенно не готовы после этого прыжка сражаться с ним. В-третьих, что? В-третьих, не имеем душ гигантов, чтобы снова вернуться к Вендрику. Замечательно. Поэтому, что мы сделаем сейчас? Мы начнем собирать души гигантов, чтобы к Вендрику все-таки сходить. И я думаю, что нужно переодеться. Это из-за брони все пошло так неудачно. Окей, отправляемся для начала ко второму костру в черную расщелину. И будем надеяться, что получится прорваться и нормально сигануть вниз к гигантам отсюда. В крайнем случае, у нас будет множество попыток, ничего страшного. А здесь ли прыгать? Да. Отлично. Заперто. Хорошо. Идем к гигантам. Отлично, говорит кто-то. Ну и, по-моему, здесь можно просто шагнуть. Да. И, по-моему, здесь тоже можно... просто аккуратненько шагнуть. Хорошо, бежим расправляться с гигантом. Благо, что пиромантии набрали преизрядно. Эстус не жалеем. Бежим. И забегаем. Сундук. Кольцо гигантов, окаменевшая кость дракона. Привет, гигантик. Ну-ка, как на тебя это подействует? А, красота! Один есть. Ну-ка, второго попробуем. Солнышком. Привет, гигант. Через стену не бьет солнце. Ну куда ж ты убегаешь? Гигант. Душа гиганта номер один есть. Отлично. Возвращаемся к костру. Ну и раз мы здесь, то сразу сбегаем еще раз. Зайдем в ту самую закрытую дверь. И... поговорим с темным странником для того, чтобы на один шаг приблизиться к прохождению ковенанта темных пилигримов.
Привет, темный странник. Окей, пообщались, и можно отправляться в освояси. Где мы еще можем взять душ гигантов? Нужно еще две. Мы их можем взять в памяти гигантов, соответственно. Следовательно, отправляемся в главную башню леса павших гигантов. За гигантами. Одеваем кольцо, чтобы открылась дверь, и можно его сразу же снимать. И костер, который так любят разжигать многие игроки, для того, чтобы фармить души, уголь вражды, да и вообще много всего фармить. А я хочу сбегать и забрать эту штуку. И все. А обратно не вернуться, поэтому... Перо. Клад, который раздражает всех начинающих игроков. Приходят, видят его, а взять нет никакой возможности. Окей, гигант. Поехали. Ну, нужно же хотя бы с одним боссом сразиться в этой серии. Иначе как-то совсем неинтересный контраст. Получается, с прошлой, где мы сразу троих проскочили. Нельзя долго жить воспоминаниями, но хорошо, постараемся долго не жить. Итак, если я правильно помню, сейчас шандарахнет. Окей, шандарахнуло. И теперь бежим. Если я правильно помню, сейчас опять шандарахнет и покатится голова. И вон что-то упало. Панцирный доспех. Замечательно. А сейчас разве еще раз огнем не шандарахнет? Ага. Вон оно полетело. И бежим к гиганту. Привет, гигант. Мы пришли с тобой подраться. Как тут запутался в ногах? Что случилось? Почему он меня достал? А, он... Да. Не очень хорошо прижиматься к стенке. Я не видел, что он повернулся ко мне лицом, думал, что ты у него за пятками, и в итоге за это воплотился. Хорошо, бежим снова, и какие пиромантии первым делом мы подготовим? Наверное, начнем с покрова пламени.
Хорошо. Вот таким вот образом. Забираем огненное семя и душу повелителя гигантов, а также ну, немножко всякие другие интересные вещи, раз уж мы здесь оказались. Привет, дядька. Хорошо. И следующий гигант. А вот память этого гиганта я не помню практически совершенно, но, по-моему, здесь можно будет душу подобрать, не сражаясь, поэтому настолько и привлекательный именно данный гигант. О, здесь снова сидит наш друг. Он все это время, еще с тех времен, сидел здесь. Я помню, помню. Все с тобой понятно. И туда ли я зашел? Да. А он не ко мне бежал, этот рыцарь, он спасался от гигантов. Живой, надо же. Как это он меня зацепил? Хорошо, ну, можно было бы, конечно, по-быстрому пробежать здесь все, но... Раз уж так здесь... Что меня там бьет? Я понять не могу. Ага! Но почему тогда так мало урона? Катапульта. Да и ладно, и побежали. Тим-тим-тим-тим-тим. Душа гиганта, и все. И уходим отсюда. Хватит, поразвлекались. Хотя, конечно, впоследствии пофармить, почистить воспоминания гигантов, это будет достаточно интересным. Тут много всего классного происходит. Ну что ж. Король Вендрик. Расставляем неподвижное, недвижимое пламя для того, чтобы создать дополнительный урон, который будет вливаться в нашего короля. Когда он начнет тут скакать вслед за нами. Что такое? Я что, снова не могу наносить по нему урона? Но у меня же есть три души гигантов. Две. Где, черт возьми, третья душа гиганта? А это не потому ли, что я последнего... Ага. Отлично. Отлично. Все получилось. То есть все это время он все-таки получал урон. А я все свои самые убойные штуки потратил. Вендрик, ты
нечестный, ты притворился, что ты не дерешься, а сам-то дерешься. Времени не будет. Окей, начинаем с запретного солнца. А почему такой урон маленький? Вендрик, как это понимать? Восемнадцать урона с запретного солнца. Отлично. Просто замечательно. Ну что ж, для того, чтобы сражаться с Вендриком, все-таки, очевидно, нужно больше душ гигантов. А кто не знает, то каждая душа гигантов, имеющаяся в инвентаре у протагониста, у нашего персонажа, уменьшает его защиту, защиту Вендрика. Следовательно, так как наша Диафлейм неосмотрительно слопала первую свою душу гигантов, полученную в самом начале игры, теперь у нас всего две, и Вендрик очень хорошо сопротивляется и получает мизерный урон даже от запретного солнца. Соответственно, можно пробовать продолжать его уже сейчас, но нужна будет еще одна душа гигантов, которую мы и станем добывать в начале следующей серии. Сегодня все уже и так слишком сильно затянулось, поэтому пока, зритель, мы с тобой прощаемся. До встречи в ближайшее время. Спасибо за то, что был на канале. И до скорых встреч. Пока. Ни одного босса в данной серии не завалили, но зато много всего интересного пробегали.